Когда они приедут? Езжай с ним. Пораньше лягу спать. Да. Позвоните, когда езжу. Они что, выспались? Где он? Хачик. Сука, сам опаздывает. Здрасте. Телефончик? Сейчас смотрите. Можно проверить, да? Ну вот, открывайте. Там два надреза. Два тебя взяла. Там стекло и пакетик, если нужен. Там же у него на телефоне стекла нету? Ну, пленка есть. Внутри есть пленка. Как у меня, да, вот так вот? Ну да. Я не знаю, это бюджетная модель, может, не будет. Посмотрим. Там я этих редмиков, у них там миллион этих, я уже не помню. Там кого-то, ну, в основном клеят, но я помню, на самый бюджет они клеят. Как я помню. Может, я ошибаюсь. У нас в основном Samsung и до Xiaomi. Редко Realme. Был какой-то бум на Realme. В конце года начал. Это уже нет. Ну, что-то есть, да. Есть. Есть, есть, да. Есть. И чехол тоже есть. По весу вижу. Да, да, да. По весу видно и документация легкая. Ну, если есть, это зачем это надо? Надо будет. Ну это тонкая пленка. Вам в любом случае нужна. Она же. Вы же упадет телефон. А, это защищает, да? Это поплотнее. Это завод, она тоненькая. Это пленка, а это стекло. А, это стекло, а то пленка. Можете, да, поставить? Ну конечно, она же подходит, естественно. Просто завода пленка тоненькая, а это стекло, оно это толще, да. Оно прочнее. Это так, это за от мелких царапин защищает просто. Подарок от завода, как и чехол. Samsung вообще ничего не кладет. Айфоны тоже. Это вообще сейчас уходит, да, как быстрее? Что не понял? Redmi вот такой же телефон, много берут, да, люди сейчас, в данное время. Именно такой модели? Да. Да они, сколько денег, люди разные. Ну, 64 в Питере гига, 5 миллионов людей или 7. Тут бывает, типа. Ну сейчас бедность намечается, конечно. Сейчас уже такое тоже актуально. Не, у него 64 гига, да? Да, да. Ну тут на коробке написано. Вот, 64. Вот. Вот. ЕЦ это значит СНГ зона. Ну, уже без Украины, как бы. А вы для себя берете или? Ну, вам пригодится в любом случае стекло, потому что, ну как я делал, я заказывал с Алиэкспресса. Ну, можете, у вас оно лишнее не будет, потому что я вот телефоном пользуюсь своим 2 года, я его иногда роняю, как бы, и я сразу купил, поклеил, значит, ну, чехол и стекло. И когда я ронял, там стекло, оно трескается. Это вообще пленка, да, она трескается. И дальше приходит негодность, вы просто отклеиваете, выбрасываете мусорку. И все, и новую клеите. А клеите как? Вот дома просто ровная поверхность, чтобы свет был ровный. Вот. Лежит телефон, у вас там же стекло, и там пленка, там 2 элемента. Uh-huh. Пленку стираете, и 4 пальчиками аккуратно опускаете. Вот потом оно бац, упало, вы точку сюда ставите, клей расходится по всему. Вы просто его чик в разные стороны, и все. Ну, в принципе, в интернете, на ютубе можно все посмотреть. Там, я так тут и все и узнал, собственно. В принципе, видите, за 10 тысяч она как бы, тут цены все еще, да? Ну, по-моему, бомба. Типа, они сейчас все фоткают, ну, при свете, классно. Как... Все нормально, у него чустеры работают. Ну, ну, конечно, тут самые... Ну, уже да. Прикол в том, что они, например, выпустят в следующем году такую же цену, такая же цена будет, но процессор будет мощнее. Но в любом случае с годами в выигрыше. Да, да, да.
А цена будет примерно та же. За это деньги можно вот. Ну как все смартфоны, так, айфоны, они каждый день что-то, каждый раз, каждый год что-то лучше делают, а цена та же, или Samsung. Ну как бы, в целом на 20-й, уже сколько, 21-й год уже, в целом нормальная. Не можете пара. Это сразу поставить? Пожалуйста, вкусно. Так а у вас наклеена пленка? У вас же наклеена пленка. Ну сразу, можно? Это не можем, да, обратно это. Да. Не хотите брать? Да. Да можете, в принципе. Так я говорю, вам пригодится она. Она стоит недорого же. Ну хорошо, вот я уже полгода на третьего уля. Такой же стоит, ничего нет. Кто как, аккуратно работает. Кто как эксплуатирует? Мы аккуратно работаем, поэтому земля нет. Ну нет, так нет. Если вам не трудно, обратно. Тогда зачем заказывали? Я думал, вот этот не будет у меня. Поэтому... Я сказал ему. Просто я не помню. Да. Ну а если уроните, то вам придется ходить дай покупать. Дай бог не уран. Ну, дай бог. Что же. Ладно. Деньги. Сейчас все настроили, да? Ну тут первая загрузка, она долгая такая всегда. Он загружает оболочку, там систему, приложение. Следующее. Это со всеми телефонами, это не только с этой моделью, а со всеми. Сейчас она запустится. Я по своему опыту говорю, что я, например, уже поменял 3 стекла. И уже 4 сейчас вот снял. За два года. Ну, кто как пользует. Я просто его иногда бывает, что и ронял. Такой работа. Сидишь только чайка, кафе. А что за работа такая? Я обратно. Домашняя работа? Нет, там. На даче. А. Ну, в общем, вот, все загрузилось. Там дальше вы разберетесь. Че, как оно убирается? Че ты не убираешься? Что-то подвис, что ли? Что-то подвис. Давайте перезагрузим его. Что такое? Не, ну так-то она работает все просто. Первый запуск видим. У вас в любом случае есть гарантия на этот телефон 2 недели. Магазина нашего. Вы же видите, он новый был запечатанный. Я вам вижу, что просто да. Сим-карту поставим сейчас. С интернетом все надо установить, чтобы. Когда у меня тоже первый раз так работал. Ну все. Да нет, все. Нормально все было. Ну, привезли. Как видите, так, ну вот все, сейчас я его включаю. Гарантия какой будет на нем? 2 недели гарантии от магазина. 2 недели? От магазина и год от производителя. Так что все нормально. А там гарантийный талон, там все такое. Да, вот бумажка. Можешь смотреть? Смотрите, орел. Четко. По-кавказски. Все. Кавказский нам не надо. Ну орел, нам, он нам, сам, он сам. Знаешь что, азиатский надо. Потому что у нас. А Кавказ это не Азия? Нет, это... Азия это другое вообще. Ну это все дело тонкое. Я сам с Тарковского играю. Но я знаю, что на Кавказе орел это символ. Ну да, у нас. Словодский, ну, орел там стоит. Азиатский орел вот, это вообще другое. Хабиб Нурмагомедов тоже орел. Не понятно, что. В Америке у них тоже там своя птица какая-то, я забыл. Не орел, а как. А вы с какой страны вы говорите? Вы с Азии говорите? Что, да. Из Узбекистана. Ну, Узбекистан хорошая страна. Руслан Чагаев, а вас такой? Когда Валуев был, он избил. Я особо не по боксу. У меня друзья по боксу, я это не особо. Я по футболу там что-то смотрю. А что у вас за символ? Какая птица? У нас тут Кавказ орел, а у вас? Это самый хороший вариант. Телефон-то. Телефон за свою цену нормальный. Свою цену, да? Конечно. А ты просто доставка делаешь, да? Работаешь доставкой. Да, да. А вы сомневаетесь? Да нет, просто брать, как брать? Спросить надо, нет, правильно, ну, общаться надо. Ну нормальный телефон, да не, общаться надо. Нет, телефоны, они сейчас, прикол в том, они сейчас каждый год цену держат, а процессор улучшается, камера улучшается, моменты улучшаются всякие разные. То есть мы как бы население в плюсе. Они могут чуть-чуть, может быть, на следующий год, там на косарик больше подорожать, на 2, не знаю.
Все зависит от фирмы. У нас вообще магазин хороший. У нас цена низкая за счет чего? За счет того, что у нас нет банка. Мы не сотрудничаем с банками, а банк забирает комиссию. Приличную. Поэтому у нас все нау. А все фирмы, которые там связные, они вынуждены сотрудничать с этими банками и давать комиссию. Вот и все. Ну, поэтому у них оценка. Сбербанк, ну, без этого же будет. У нас есть Яндекс.Маркет. Потому что мы сотрудничаем с Яндексом, и у нас как бы там с ними договор. Ну я опять же, я не знаю, какой договор, видимо выгодный. Вот. Довольно четкий, опять. То есть, получается, мы сейчас вычтем из этой суммы стекло и расплатимся. То есть, получается, вот эта сумма итоговая 10704 минус 390. Сейчас я посчитаю.